После спада воды дорожники приступят к восстановлению нарушенного сообщения между селами Ольгинского округа Приморья, где накануне прошли сильные ливни. Глава региона вместе с руководством муниципалитета, министерством ГО и ЧС и дорожными службами побывал на месте разрушенных мостов к Михайловке и Фурманово. Череда дождей в Приморье не дает стабилизировать уровень рек. Однако, как отмечают специалисты, вода начала спадать. Я думаю, что, наверное, потребуется несколько дней, неделя, может быть, чуть больше, с тем, чтобы был восстановлен мост. Но работает лодочная переправа, у людей здесь есть все необходимые продукты, вот, есть свет. Также проехали в сторону Фурманова, там тоже разрушен мост, который обещает после спада воды в течение недели восстановить. Я думаю, что, наверное, к концу следующей недели он будет восстановлен. Вот, энергетики из ДРСК восстанавливают линию электропередачи и к вечеру подадут уже туда свет. Как только спадет вода, сюда зайдет техника, она находится сейчас возле разрушенных мостов. Вот, то есть сразу приступят к работе, нормализуют здесь ситуацию, связанную и с дорожным проездом, и с возможностью сообщения уже непосредственно с районом. Для завоза продуктов будет выдан вертолет Фурманова. Местные власти проведут осмотр домов и отработают все обращения граждан, чье жилье пострадало от наводнения. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.